Всем привет! Отправляемся в центр Минска. Сегодня день города. Также я знаю, что сегодня день города Гродно. Там баба не формат. Таня. Баба Таня не формат. Да. Короче, я это самое заговариваюсь. Тоже присутствует. И я думаю, что у нас примерно плюс-минус в одинаковое время даже выйдут ролики, как произошел там праздник, как прошел у нас. И, в общем, соответственно, смотрим и наблюдаем. Все, погнали. Заехали еще в магазин Karcher. Это немецкая компания. Купили мешки для пылесоса. Санкционочка, между прочим, все есть, видите как? Вот, как и Минское море, между прочим, где это самое, сразу же там на месте вылавливают кильку и в шпроты закатывают. Так что здесь все есть, ребят. Здесь все хорошо. Не надо думать, что здесь вообще, скажем так, страдают люди без европейских товаров. Ну и аналогов очень много, кстати. Вот. Ну а теперь мы направляемся в гостиницу «Беларусь», поставим там машину и пойдем в город. Что, приехали? Там сзади меня еще один блогер снимает материал свой. В общем, кругом одни блогеры. Все хотят посмотреть и показать Минск. Красавец. И мы уже сейчас будем подходить к Немиге, дворцу спорта. Смотрим. My coat, my head, my bones, my fat, but
it will shed by me. And you say, my skin, my blood, my devil, my God, my freedom is what you see. But then say maybe we could divide it in two. Всяких мероприятий, столько всяких исторических событий восстанавливают, каких-то конкурсов, в общем, всего-всего для детей, и очень много всего такого, что на самом деле идет на развитие, а не на какую-либо деградацию там народа или еще что-то в этом духе. То есть Минск основательно подготовился, и здесь, как мы видим, даже есть, присутствуют животные, и это одна из неотъемлемых частей всех вот этих вот праздничных мероприятий, так как дети любят это, и, соответственно, здесь все делается с таким как бы направлением на традиционную семью, на какое-то благополучие и, в общем, для всего того, чтобы только у минчан было прекрасное настроение. Да и не только у минчан, потому что очень многие приезжие. И здесь я также наблюдал разные номера автомобилей с разных стран. С России в основном как бы очень много туристов, но и также присутствуют даже с некоторых европейских стран. Итак, друзья, Минску привет из Гродно. Гродно поздравляет Минск тоже с Днем города. Все гродненцы сегодня на улицах, все отмечают день рождения Гродно. Ну, пусть у Минска не круглый день рождения, но тоже праздник. Поэтому мы из Гродно все-все-все поздравляем минчан с праздником. Передаем им большой привет из королевского города. И желаем быть такими же классными, позитивными, как, собственно, и все города Беларуси. We're riding through the dark night. We're home.
hold on, ooh, yeah. Да.